Такого эффектного дефиле начался один из топовых проектов БРСМ «Берегу имени Пушкина» – конкурс грации и артистического мастерства «Королева весна» 2016. Каждая из участниц олицетворение женственности и красоты, активно готовилась к этому дню, тщательно подбирая образ и продумывая творческое выступление. Подготовка шла очень долго. Мы 2 недели ходили на дефиле, репетиции. Все участвовали, бабушки, мамы, все знакомые, друзья пришли болеть, очень переживаем. Но думаю, что все будет хорошо. Все большие умнички, все очень хорошо работали. У нас была общественная такая деятельность. Мы связывались с салоном, делали видео, пригласили вот много журналистов у нас сегодня. Подарки, сертификаты. Я думаю, из года в год конкурс повышает свою как бы такую активность. Вообще позиционирует себя с очень хорошей стороны, что это не только девочки-красавицы, но и которые умеют говорить красиво, интеллектуально развиты, ну и вообще творческие такие очень. Сама презентация, интеллектуальный коктейль, а также творческое задание. Во всех испытаниях конкурса участницам оказывали поддержку партнеры проекта. Свадебный салон «Папилио», предоставивший свои наряды для имиджевых мероприятий, служба «Протакси» и модельное агентство «Промоделс», которые подготовили для красавиц сюрпризы и подарки. В этом году львиную долю в организации проекта взяло на себя студенческое самоуправление. Ни одна административная единица университета, городского комитета БРСМ не была, как это бывает, тесно вплетена вот именно в организацию этого конкурса. Своими силами, своими подходами, своими творческими решениями вот этот праздник, это шоу, которое сегодня мы с вами видим, оно вот именно рук студенческого самоуправления. Это очень отрадно и очень приятно. Главная интрига конкурса разрешилась победой студентки социально-педагогического факультета Екатерины Климук. По ее словам, на проект она шла с одной целью – победить. Я еще хотела поучаствовать в прошлом году, но не получилось. 2 другие девочки пошли участвовать. Но в этом году я собралась с мыслями, решила, что нужно не опозорить свой факультет, доказать себе, что я что-то могу. Вот, и теперь рассчитываю только на победу. Впереди у Екатерины республиканский этап одноименного конкурса, который состоится в апреле в городе Минске. Если она повторно одержит победу, брещанке предстоит отправиться в Россию, где пройдет международный этап проекта грации и артистического мастерства «Королева весна-2016».